Всем привет, ребят. Ну что, есть очередная у нас опять инфа. Скинули хорошие, добрые люди. Я что-то забил заходить по ссылкам. В общем, есть уже немножко о следующей обнове инфа. Будут введены новые скины на здание. Ничего удивительного. Скоро мы все перестроим. Скины на здание уже на героев. Давным-давно ввели, скоро на здание, скоро и на питомца, думаю, введут. Сейчас я вам открою картинку, постараюсь открыть. Где ты, картинка? Не хочет. Ладно, сейчас сохраню по-другому. А давайте, что я буду сохранять? Я вам просто так открою с официального ихнего сайта. Так, захват. Я, в принципе, должно открыться. Но не хочет. Так, сейчас, секунду, ребят. Попробуем. Короче, нифига оно не хочет. Ничего я вам не покажу. Шучу. Открою вам сейчас просто на рабочий стол. Беру нафиг себя отсюда. Вот так вот, ребят. Добавляются скины на алтарь и на казармы. Что они будут давать, судя? Потому что вокруг них какая-то аура неизвестна. Я думаю, будет опять какая-то магия. Эпическая, не эпическая, которую надо будет, не знаю сколько скинов, но в общей сложности, думаю, тоже в таком же там порядке, около 500, если я не ошибаюсь, я уже не помню, я их сразу там быстро прокачал, уже даже не помню сколько уходит, честно говоря, особо какой-то радости они мне не принесли, но я думаю, это будет интересная тема посмотреть. Также 100% ведут какую-то дичку, вот у нового героя, какую-то хрень. В общем, это не все. Сейчас я вам покажу еще одну тему, я ее вот сам недавно заметил. Так, убираю я экран. А что у нас еще интересного есть? Короче, качал, открывал сундуки, и, как вы знаете, у нас там было... Хотя вроде какое, там 49, по-моему, максималка, или 45. Я не помню, 49 или 45. А, 49, все. Это я завтыкал, думаю, блин, 45. Думаю, нифига себе. Увеличили, я что-то не почитал. В общем, ничего не изменилось, ребят. Все как было, говняно так и осталось. Ждем новых скинов. Посмотрим, что будет еще в обнове. Где-то должна на следующей неделе, думаю, она быть... Как обычно, на китайке посмотрим. Не забывайте за конкурсы. Ссылочка, как обычно, в описании. Поэтому не упустите свой шанс на выходных выиграть топового героя, там, либо плюшки. В зависимости от того, какой сервер и что там есть. Так, окей. Ну, а мы поехали, как обычно, качать мой нуба аккаунт. Сейчас заберем плюшечки. Вот так вот. Такие вот призы. Ну, такое себе, да, вы скажете. 10 ппшек, 6000 сумочек. Самое основное, из-за чего это книги. Мне не хватает книг, и мне не хватает желтых кристаллов, чтобы уже докачать героев до максималки. Придется, наверное, Ронинов. Я думаю, я докачаю всех.
до 20-го. Ну, правда, будет тогда разрыв в героях. Вот это вот меня больше всего не устраивает. То, что надо будет бегать туда-сюда. По алтарю в определенных локациях. Ну, в принципе, это ничего страшного. И думаю, значит, уже докачаю, значит, качать стареньких героев. Потому что тоже очень интересно посмотреть на них на максималке. Я имею в виду тех, которых у меня на сегодня нет. Так, я их посливал успешно. Так, ну думаю, лям 60. А там, если так прикинул, я где-то 1012. Короче, до ляма 100 по-любому мы не дотягиваем. Нереально, с обновой, даже с обновой вряд ли дотянем. Пусть за героя дают 10к, то есть это надо минимум будет 2 обновы. Или же, опять же, ведут, хотя ведут скины, может и ведут еще что-то интересное. И можно будет реально прокачать героя на максималку. И качнуть силушку до ляма 100. Хотя в идеале хочу сделать все единичками. Но пока, к сожалению, это нереально даже с максимальными прокачками, как видите. Ну, хотя мы лям сделали за очень короткий промежуток. Там еще у нас топы на 700 бультыхаются. Так, отлично, 19-й. Добиваем. Что-то за две книги. Откуда они взялись? Саму сырьёном. Видите, тут по 300 дают. 35, ну 1015 еще, ну 20. Это потолок. Может больше. Ну, где-то так. То есть, если в обнове не введу два героя, то вряд ли можно будет апнуть столько. Так, 19-й есть, отлично. Добиваем. Ничего себе, 61 тысяча. Я думал, до 60 где-то добьем. Так, отлично. 19-е. Смотрим. Итого, сколько там их у нас получилось. Берем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 на 3. Что там у нас получается? 48, да? Ну, почти 50. Ну, 48. Ну, пусть будет 50. 50 это по 400 мы получим. В среднем 20 тысяч, то есть максимум, что можно будет, это лям 80 сделать на сегодня. Давайте сейчас тут этого немножко вот так вот подкачаем, посмотрим. Раз, два, плюс 22 это 110, 3. Так получается. 1, 2, 3, 4, 5. Это 110 камней надо.
точнее силу на 110 и 450 на каждого. То есть плюс 110, а сам переход я пока делать не буду. То есть это максимум, что я смогу получить с каждого. Вот так вот. Поэтому тут не особо разгонишься, скажем так. Тут у нас камней на два героя, по сути. Ну и книг посмотрите, сколько уходит. На каждый переход по 30 книг. Нехило так жрут книги. Поэтому надо и то надо копить, в общем. Ну а дальше уже красные кристаллы. В общем, думаю, к выходным, где-то на выходных, мы закончим уже прокачку этого аккаунта. Можно было бы намного быстрее, но я пока смотрю акции так, чтобы более-менее было интересно хоть что-то, какие-то плюшки брать. А то дальше уже получается нам нечего брать, придется ждать обнову, смотреть, что там добавят. Вот так вот. Все, пишите комменты, участвуйте в конкурсе. Всем удачи, всем пока.